Так, 12-я миссия. Найдите командующего имперской армии. Выследите имперского командующего в Дженне. Найдите доктора Ивана, сопроводите его в РИП. Продолжаем. У меня уже мощность под 81. А вот скорость у врагов почему-то падает, я вроде заметил. Мощность растет, а скорость падает. Но зато пока что я в плюсе. Потому что прокачиваю я своих бойцов. Сейчас этот пятак серии отсниму. Выложу, потом сделаю перерывчик. Снова продолжу. Может сразу. А нет, хотя возможно отдохну за время того, как будут серии выкладываться. Максимум нужно только следить за тем, чтобы они выложились. А то выложу одну серию и забуду про остальные.